Здравствуйте, друзья! Сегодня мы ведем свой репортаж. Начинаем его прямо из квартиры. С вами компания Дивга Ременкуль и Лейсан Гаязова. Хотим вам показать отличный вариант. Квартира планировки 3 плюс 1 с отдельной кухней. То есть практически это у нас 4 плюс 1. Здесь наши ребята из нашего агентства вешают афишу. Виды здесь чудесные. И вот видите, тут процесс налицо, что тоже хочется включить в кадр. А также чудесное создание ангелочек у нас тут ездит на самокате. Ну что ж, друзья, вот в такой веселой компании я вас приглашаю начать наш хороший просмотр. Мы с вами вошли в квартиру. Здесь хорошее пространство у нас, прихожая зона. Встречает туалет а-ля турка. И по правую руку на западной стороне квартиры у нас отдельная кухня. Наша кухня большая, около 16 квадратных метров. Дизайн самого кухонного гарнитура современный, в таких серо-белых тонах, очень приятный, и техника хорошая, я смотрю, Ariston у нас тут, Hotpoint, холодильник тоже хороший, все это входит в стоимость. Естественно, вот все, что вы видите здесь, технику, это все у нас входит в стоимость. Обратите также внимание на световое оформление этой комнаты, оно тоже достойно отдельного внимания. Теперь я вас приглашаю пройти на балкон, посмотреть, что у нас творится там. Хочу заметить, вот видите, мелочи домашней жизни. Здесь хозяюшки точно так же, как у нас во всей России, делают заготовки на зиму. Вот такой вот салат помидорный у нас имеется. Томаты, а там у нас вялятся помидоры. Пойдемте посмотрим, как это все происходит. Выйдя на балкон, в первую очередь мы можем заметить вот этот вот котел. Здесь у нас самая большая ценность зимней жизни в Турции – это тепло и горячая вода. Кроме того, сам балкон у нас отдельная песня, он очень большой. Сейчас мы вышли из кухни, также есть выход из зала. Он удлиненный, прямоугольной формы, квадратов, я думаю, 20, наверное, точно есть. Отсюда у нас открывается чудесный вид на море. Есть фрагмент дороги, но не так шумно, нормально все. И посмотрите, те, кто любит вяленые помидоры, это происходит примерно так. На солнышке вялится вот такая красота. Как вы видите, море за моей спиной, как на ладони. А здесь у нас выход в зал, но мы туда пройдем, обойдя через кухню, зайдем туда через дверь. Сейчас мы вышли с кухни. Хочу заметить, у нас здесь ламинат очень качественный, и он практически всю квартиру охватывает, кроме санузлов. Такой прекрасный, шикарный ламинат у нас постелен. Сейчас я вас приглашаю пройти в зал. Давайте рассмотрим его детально. В этой квартире у нас живут детки. Вот такой вот турецкий флаг я нашла тут на мебели. Решила обратить ваше внимание на него. А сам же зал у нас, несомненно, посмотрите, тут квадратов 25 есть смело. Обратите внимание на потолки.
Здесь все сделано с достоинством, богато. А здесь у нас окно на западную сторону, выход на балкон, простите. И есть окно на южную сторону. Здесь у нас очень длинный радиатор, батарея. Я так думаю, что больше 2 метров есть. 2,20 где-то, наверное, есть. Вот этот комплект мягкой мебели у нас остается. Единственное, что вот телевизор, он войдет у нас в кадр. Телевизор хозяева забирают с собой. Остальное все, что вы видите в этой комнате, остается. Сейчас я вышла из зала. Снова нахожусь в прихожей. Прихожая у нас Г-образной формы. И вот такая вот просторная. Шкаф встроенный здесь для верхней одежды и обуви имеется. Также здесь у нас место под стиральную машинку. Стиральная машинка тоже очень такая солидная, хорошая. Обратите внимание на батарею отопления. Она тоже имеется. Теперь я вас приглашаю пройти в первую спальную комнату. Полюбуемся, что мы увидим там. Мы с вами прошли в первую спальную комнату. Она правильной прямоугольной формы, большая, порядка 12 квадратных метров. Выйдя из первой спальной комнаты, мы по коридору продвигаемся дальше. Здесь у нас общий санузел. Здесь хорошая душевая кабинка, унитаз, умывальник с зеркалом, все имеется. Практически напротив него находится вторая спальная комната. Есть окно у нас на южную сторону, а также выход на балкон, находящийся на восточной стороне квартиры. Также вы видите двухспальная широкая кровать. Есть у нас встроенный шифонер, очень большой, очень вместительный. Также в этой комнате у нас есть свой санузел. Сейчас хозяева используют его как кладовую, но вы можете использовать ее по своему усмотрению. Выйдя из второй спальной комнаты, мы с вами попадаем на балкон, который находится на восточной стороне квартиры. Сейчас я вот со своей точки вижу прекрасно море впереди меня, а за моей спиной развернулись во всей красе наши горы, горы Тарос. С этого балкона можно попасть в третью спальную комнату. Третья спальная комната также приятно удивила своими размерами. Она порядка 18 квадратных метров. Хозяева используют ее как зону отдыха. Вы видите, здесь 2 дивана, которые входят в стоимость. И кресло. Единственное, что здесь у нас не входит в стоимость, это вот этот вот телевизор. То есть 2 телевизора в зале и вот в этой зоне отдыха хозяева забирают. Остальное все входит в стоимость. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели квартиру. Она действительно большая, просторная. Это у нас предпоследний этаж. Самый, так сказать, золотой. Кроме того, здесь у нас есть котел. Генератор в комплексе имеется, так же, как и Искан. Дому всего 5 лет. Расположение у нее очень хорошее, близко к морю, близко к торговым центрам. В общем, я думаю, что этот объект, несомненно, заслуживает внимания, так как он продается уже с мебелью. То есть заезжай и живи. Там практически все имеется. И цена на сегодняшний день очень доступная, актуальная. Я думаю, что стоит обратить внимание семьям с большим количеством человек. На этом я с вами прощаюсь. Техническая информация по этой квартире будет представлена в инфобоксе под видео. Ждем ваших комментариев, сообщений. Пишите в YouTube, в WhatsApp. До свидания, до новых встреч. С вами была Лейсан Гаязова.